Есть ли какие-то возрастные рамки? Нет вообще никаких рамок, тем более возрастных, для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, для того, чтобы влюбиться, для того, чтобы менять себя. Вот для всего в жизни, что есть, возраста не существует. Человек, который любит жизнь, который любит то, чем он занимается, у которого прекрасная семья, который доволен собой, он будет чувствовать себя ребенком в 44, в 64. Возрастных рамок нет никаких.